На матч я не приходил, проигрывали, пришел, выиграли. Так вот вы сделаете выводы-то. Да, все. Вас все делать. Да. Готов он? Да. Ну, для начала, да. Насчет этих игр, вот трех игр, пришлось нелегко. И вот сегодня, наконец, победили. За счет чего? Да, действительно, были очень сложные, напряженные все три матча. Не получалось выиграть в первых двух, потому что подустали. Если честно, у нас очень плотный график, календарь такой сумасшедший. Мы играли подряд со всеми лидерами, с Агиделью, через два дня с Торнадо и через два дня уже с Бирюсой. Соответственно, играют одни и те же, в меньшинстве и в большинстве нагрузка большая ложится на одних и тех же, на лидеров. И просто, ну, подсели физически, эмоционально тоже. Очень трудно было доставать эмоции из себя. Сейчас отдохнули один день вот после второй игры. Правильно провели вчера выходной, просмотр, совместные мероприятия. Ну, поговорили с девчонками, что, ну, просто нельзя отдавать очки больше. Мы сейчас в такой ситуации, что просто каждая игра просто на вес золота. За 6 очков, кажется. Знаете, был такой тренер великий, он говорил, очки нужны, как китайцам рис. Вот мы вот были именно в такой ситуации и сделали сегодня все для того, чтобы эти три очка добыть. Тем более вот при своих трибунах очень обижало то, что мы не можем порадовать болельщиков. Знаем, читаем в интернете комментарии, не самые приятные. Хотелось бы передать всем болельщикам, что команду нужно поддерживать не только когда она выигрывает, но и когда тяжело, когда силенок не хватает. Вот именно тогда нужна поддержка, тогда нужно, чтобы трибуны помогали, гнали нас вперед. Чтобы за счет эмоций, когда немножко силенок не хватает, чтобы за счет эмоций хотя бы где-то доставать из себя последнее. Все классно вообще, хорошо говоришь. Спасибо.